хочу вести. Расскажи, это что, новый домашний подарок такой? Нет, это мой друг просто приехал меня поздравить. Что пожелал? Пожелал хороших кошечек и побольше. Интересно, как пожелание сбывается? Да. Но ежедневно. Ты вышел из машины, тебя назвали графом. Нет, это я назвал. Я вышел с графом. Я вышел с графом. Граф Вишенко, он где-то здесь ходит. Ну. Вот. У меня сегодня честь была приехать на одной машине с графом Вишенкой. Ну а ты как вообще себя чувствуешь? Ты не спал всю ночь? Слушай, да, я работал, приехал вчера в 8 утра. Вот. И сегодня тоже у меня было длинное утро, так сказать, длинный долгий период до того, как я приехал сюда. Конечно, ты же кошечка. Мне нужно было сегодня прям срочно заехать к своему очень близкому другу. У него родился сын, я не смог не приехать. И вот поэтому я в другой конец Москвы туда и оттуда сюда. Вот. Клип снимал, да, вчера как раз с графом Вишенко и с Полиной Гагариной. Это мы написали официальный гимн ФИФЫ, закрытие Кубка Конфедерации. И 2 июля уже в Питере мы будем презентовать клип и выступать на закрытии Кубка Конфедерации. Вот смотри, тебе всего 20. Можно его погладить, а? Попробуй. Не съест? Даже непонятно, кто из вас Михи. Тебе всего 23, а от тебя уже выступаешь на... Фотографируйте кто-нибудь, как я его... Отойдите назад, пожалуйста. Дайте фотографию. Отойдите назад, пожалуйста. Пофотографируйте нас, пожалуйста. Делайте вот отсюда поближе, кстати, чтобы лицо его было видно. Уважаемый фотограф, ребят, чуть-чуть назад. Все можно всех попросить прямо? Немножко назад, еще немножко. И вот встаньте сюда пару фотографов. Фотограф отсюда. Можно вот прям... Было бы круто прям снять. Пожалуйста. Ну, вообще, ну, я блин. Дайте со светом, короче. Я как мать. Как зовут-то? Боня, прям как Вику. Боня? И прям как Вику, в честь Виктории Бони, в честь ее фамилии. В честь Виктории Бони, она попросила.